Всем привет, меня зовут Татьяна, и сегодня будет обзор из магазина Fix Price, город Ижевск. Начну свой обзор с отдела для кухни, и вот среди кружек увидела новинку. Кружка за 99 рублей, объем 400 мл, сделана из фарфора. Выбирайте аккуратнее, есть небольшие недочеты в покраске. Кружки симпатичные, можно составить комплект из разных кружек. И сразу хочу вас предупредить, что в этом обзоре многие товары будут без ценников. Видимо, отдают даром. Но серьезно, фикс прайс – это очень неудобно, когда товар без ценника. Поэтому цены буду называть предполагаемые. Вот, например, соусник в виде яблока. Думаю, стоит 27,50, как и все соусники в фикс-прайсе. Размер 8 см, сделан из опалового стекла. Новые терки с яркими пластиковыми ручками. Терки небольшие, компактные. Думаю, рублей 77 стоит. Состав жесть, производство Россия. Новые кулинарные кисточки, небольшие, симпатичные. Надеюсь, стоят не дороже 55 рублей, а лучше вообще 27,50. Ворс мягкий. Состав пластики и нейлон. Размер кисточки 18 см, есть три приятные расцветки. Крышка сливная для банок. На сайте Fix Price цена за крышку указана 5 рублей. Крышка пластиковая, имеет несколько отверстий и носик. Удобно использовать для компотов или рассолов. Сделано в России. Полочка складная, угловая. Думаю, стоит рублей 77 или 99. Сама полка пластиковая, ножки металлические. Размер полки 34 на 22 сантиметра, сделана в Китае. Представлена в четырех приятных расцветках. А это декоративные салфетки. На первый взгляд кажется, что они связаны крючком, но на ощупь они как будто резиновые. Диаметр салфеток 38 сантиметров, выглядит уютно. Я в школе сама пару подобных салфеток связала. Есть в голубом и в розовом цвете. Бесценная, значит, даром отдают. Фикс прайс, пожалуйста, сделай ценники на товары. В отделе с канцтоварами увидела вот такие необычные забавные ручки антистресс за 99 рублей с такими мордашками животных. Производство Китай. И кажется, эта пасть должна как-то открываться. Давайте разбираться. Ага, вот кнопочка. Так, и что дальше? Так, ага, вот этой кнопочкой вдавливается стержень. И вот еще одна кнопочка, вот, открывается пасть. Акула. Почему-то мне смешно на них смотреть, а как вам? В детских книжках тоже пополнение. Серия «Внеклассное чтение». Книжки стоят 99 рублей. Печатаются без сокращений. Много текста, есть иллюстрации. В конце содержание. Волшебник изумрудного города есть, конек-горбунок. Серия очень большая, ни одна книжка не повторяется, и произведения все известные, добрые, из детства.
Даже самой захотелось их почитать. Еще одна новинка за 99 рублей – игры в блокноте. Это такой удобный дорожный вариант игр на бумаге, чтобы скоротать время. В блокноте имеется 8 популярных игр с готовыми игровыми полями, такими как гонки на одну букву, отрезки, гребешок, квадраты, война вирусов, футбол, быки и коровы. Вот здесь уже все расчерчено. Самим ничего чертить не нужно. Очень удобно. По-моему, классный блокнот. Вот, и на каждую игру есть еще и инструкция. И также есть блокнот еще с другими играми. Среди мягких игрушек серии «Животный мир» тоже пополнение милых зверюшек. Цена таких игрушек 249 рублей. Мопс. Ой, посмотрите на это облачко. Это овечка-облачко. Очень забавное. И красивый Левушка. Для мальчишек появилась серьезная военная техника. Вот такой вездеход. Думаю, рублей 249 будут стоить. Пластик плотный. Сделан в России. Игрушки в ассортименте. В отделе с косметикой тоже новинки и тоже бесценника. Думаю, рублей 99 будут стоить. Это шампунь против выпадения и для роста волос. Объем 250 мл. В составе есть кофеин, который способствует насыщению клеток кислородом и питательными веществами. И ниацин способствует восстановлению поврежденных волосяных луковиц. Производство России, зеленая Дубрава. И вот так выглядит бутылочка с шампунем. Из этой же серии еще один шампунь для реконструирования структуры волос. В составе идут пшеничные протеины и пантенол. И к шампуням есть, конечно же, бальзамы этой же серии. Вот бальзам-ополаскиватель также для реконструирования и структуры волос. И бальзам-маска против выпадения и для роста волос. В хозяйственном отделе тоже новинка. Вот такой контейнер с крышкой, без ценника. Думаю, рублей 200-250 будет стоить. Есть удобная ручка, закрывается на две защелки по бокам. Объем 6 литров. Производство Татарстан. А внутри у него, оказывается, есть еще вкладыш под различную мелочь. Очень удобно. И также в сам контейнер можно что-нибудь положить. Контейнер есть в двух красивых расцветках. За 77 рублей можно купить набор совок с щеткой. Щетка хорошо крепится к ручке совка для более удобного хранения. Сделана из пластика, производство Беларусь. Щетина на щетке мягкая, а на совке есть удобная резинка, чтобы совок плотно прилегал к полу. Нашла три яркие расцветки. А за 27,50 можно купить один совок с кромкой. И если честно, я не поняла, для чего она нужна. Если вы в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Состав пластик, производство Россия. В отделе с одеждой новые детские футболки за 199 рублей. Симпатичные, очень легкие. Вот даже они чуть-чуть просвечивают. Ну и пальцы видно. Как раз подойдет на жару. 30-градусную, как у нас. Состав 100% хлопок. Производство Узбекистан.
Расцветки есть в ассортименте. А эти кошельки я показывала в прошлом своем обзоре, но там не было вот этого милого единорожки. И цену я вам озвучила 199 рублей, потому что тоже не было ценника. Оказывается, стоят они 149 рублей. В отделе все для ванной тоже появились новинки. Новые ёршики для унитазов, красивые ажурные подставки. Думаю, рублей 200 будут стоить, хотя может и дешевле. Длина ёршика 48 сантиметров, состав пластик, сделанный в Китае. Есть в 4 приятных расцветках. А это что за необычная красота? А это коврик для ванной, сделанный в виде гальки. Думаю, стоять на таком будет очень приятно. Размер 70 на 35 сантиметров, состав ПВХ. Такой он очень тяжеленький, но запах от них, конечно, тут стоит неприятный. У меня даже голова развалилась, пока я снимала. Есть в 3 расцветках, серый, бирюзовый и голубой. Рублей 200, думаю, будет стоить. Также привезли много различных штор для ванн. Вот это 180 на 180 сантиметров. 12 колец идут в комплекте. Сделано из водоотталкивающей ткани ПВХ. И расцветки есть в ассортименте. Второй вариант шторы, размер 180 на 200 сантиметров, состав ПЭВА и полипропилен. И, кстати, ПЭВА содержит в 10 раз меньше вредных веществ, чем ПВХ. И шторы из такого материала нетоксичны, без запаха, прочные, эластичные, мягкие, приятные на ощупь и быстро высыхают. Нашла в 3 расцветках. И третий вариант штор 180 на 180 сантиметров, состав полиэтилен и полипропилен. Расцветки также в ассортименте. Все представленные шторы идут в комплекте с 12 кольцами. Ценника нет, но на сайте цена указана 199 рублей. Надеюсь, цена на них еще не выросла, и они так и стоят в магазине. Небольшие ведерки с крышкой в 3 ярких расцветках, бирюзовые, салатовые и розовые. Вот такие они миниатюрные. Объем 3 литра, производство Россия. Они тоже без ценника, но, надеюсь, не дороже 77 рублей стоят. Надеюсь, дешевле даже. В отделе с едой тоже нашла новинки. Напиток растворимый шиповник за 77 рублей, вес 80 грамм, укрепляет здоровье, иммунитет, природный антиоксидант. Особенно полезно пить шиповник в период простуд, в нем содержится много витамина С, да и вообще просто для профилактики тоже полезно. Производство Россия, пакет с удобным зип-замком. Еще одна новинка – заменитель сахара с пребиотиками. Заменяет до 800 грамм сахара без горького послевкусия. Подходит для безуглеводных диет. Не содержит калорий. Производство Россия. И ценника на него тоже нет. Возможно, рублей 55-77 будет стоить.
растворимый чай матча латте за 99 рублей в упаковке 8 пакетиков. А на этом я буду заканчивать свой обзор. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео для вас было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал. Я каждому из вас очень рада. Всем пока-пока!